Всем привет, чуваки и чувихи! Вас приветствует Арти Триман. И сегодня мы будем продолжать проходить Life is Strange, третий эпизод по счету. И хотел бы сказать то, что уже давно, он давно вышел. То есть 19-го, по-моему, числа, если как мне память не изменяет. Вот. И уже где-то у нас июнь пошел. Вот видите, как я опоздал. Дело в том, что я так и не купил лицензионную версию этой игры по той причине, что она не русифицируется, то есть напрочь отрезан русский язык в игре, то есть в стимовской версии. И это меня немножко бесит, и постоянно приходится ждать этого русификатора долбанного на первый, там, второй, третий эпизод. Мне это бесит, и я решил просто вот вышел третий эпизод. Я вот скачал пиратку и поиграл, и прошел. Благо, сохранения работают, все прекрасно. Это тоже у меня было в The Walking Dead. Ну ладно. Если у меня будет желание, я все-таки куплю стимовскую версию, но у меня желания нет, так что давайте вот будем продолжать. Я уже тут немножко много времени провел в главном меню. В общем, эпизод 3. Теория хаоса. Я лично не знаю, что там будет. Не смотрел. Ничего я не смотрел, ни ролики. Так, знаете, воздержался. Воздержался, хотел сам пройти. Вот. Но частично я знаю, там, что должно быть. Примерно то, что вот эта девчонка, ну, то есть главная героиня и синие волосы будут вместе искать девушку там какую-то, которая пропала вот. Постеры вечно висят на каждом углу. Я к нам показывают моменты из прошлых выпусков или даже эпизодов. Блин, я постоянно путаю выпуск или эпизод. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey. Stelman Louise, you're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody. What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everyone. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I believe anything this week. Итак, я парюсь, наверное, сейчас на только... По только одной причине, то, что я не включил, наверное, субтитры. Не знаю, включены они на самом деле, нет, я потому что не лазил в настройки. Опять-таки, но они должны быть. Так нам показывают вечер в школе или в университете. Я точно не знаю, что это. Опять же, нам говорят, кто тут разработчик, кто тут издатель, продюсеры и прочее говно, которое нам, по сути, не интересно. Все-таки это не школа, это общага здесь. Общага довольно-таки большая. Я очень сильно удивлен. Ё-моё, это что такое? До вечера главная героиня задротит и уснула прямо на рабочем столе. Итак, Life is Strange, эпизод 3. Теория хаоса. Так, я впервые увидел, что у нее появилась моя морская свинка. Она была в предыдущих эпизодах или нет? Ё-моё. Просыпается. Так, ей смс-ка пришла. Так, она трогает себя за грудь, это очень довольно-таки странно. Вау!
хочет встретиться с нами. Хлоя. So I better get moving. Так, уже геймплей начался. Не может перестать думать о Кейт. Но почему? Come on, Max. No more tears. You have to act, not react. Так, ну... Вау, там просачивается ее на футболочку. Ну ладно, не будем отвлекаться на всю эту хрень, давайте снова Kate, в комнате полазим. I will use all of my power to find out who really pushed you off that roof. И да, класс, в котором всего 8 человек. Это довольно-таки круто. Главная героиня учится, наверное, уже... Если в техникуме или где-нибудь еще, то точно на четвертом курсе, так как именно к четвертому курсу у нас в России всего примерно человек 5 остается. Ну, может быть, 10. Okay, this is scary dark. Let there be... Лично мне очень везет, потому что меня еще не выкидывают, потому что я хорошо учусь, потому что я умный мальчик. Ладно, не будем говорить обо мне, мы же сейчас играем другую игру. This is my prayer for you, Kate. Bless your gentle soul. Итак, в этой игре, видимо... Блин, была игра, я не знаю, вы играли или нет, но там нужно играть за маленькую, не, какую маленькую, тоже школьницу, японскую школьницу, и у нее был телефон, и эта игра как бы была ужастиком, и там с помощью своего телефона, с помощью камеры она отпугивала врагов. Вот, не помню, как она называется, но здесь что-то подобное, вот посмотрите. Главная героиня тоже школьница, и она бродит по, так, в принципе, в общаге, но типа в школе, и... Вот так вот, что типа снимают всех на камеру. Ну давайте, пойдем туда, там была какая-то девчонка. Так, она... Она убрала телефон, чтобы ее никто не видел. Ух ты, ни хрена себе. Давайте посмотрим, что тут написано. I hope Victoria feels particularly shitty about posting that link. Mm-hmm. Hey, Max. I saw you go up on the roof to try to help Kate. I can't believe she jumped. Ну, мы же злой персонаж сегодня, так что обвиним. You shouldn't believe it. She jumped because you and everybody here bullied her. What? You're like blaming me? As a matter of fact, yes. Я тебя впервые вижу на самом деле, потому что я не запоминаю, какие тут незначительные персонажи есть там. Я заметил эту девчонку с маленькой стрижкой, как у долбанной, как ее звать-то, постоянно называю, Майли Сайрус. Еще то, что у нас было, еще какие-то юные подруги, не помню. А, вот эта девчонка, которая забеременела, не знаю, что с ней сейчас, она подала на аборт или нет, ну давайте поговорим с ней. How are you doing? I just can't stop thinking about Kate. And if this is my fault too. Обвиним. Come on, don't blame yourself. There are other people involved, like Victoria Chase. She definitely deserves a face punch for pimping that video. I didn't do enough to step up. Виктория подрунивала над Кейт. Подрунивала. Что это значит? Victoria was still going to torture Kate with that video. А, ну это, видимо, так мучает. По-другому говорится. Впервые слушаю это слово. There's more to this than just Victoria and the Vortex Club being mean. So what exactly are you saying, Max? Does this have something to do with why you got suspended yesterday? Tell me the truth. It's complicated. I don't want to drag you into this, okay? Not yet, anyway. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me.
I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. То есть с момента конца второго эпизода прошло всего несколько часов. Примерно часа 4 или 5, судя по тому, что уже вечер. Точнее, ночь, а там был вечер. Ну а мне пришлось ждать вот с момента того, как я прошел второй эпизод, и до момента вот нижнего. Примерно почти 2 месяца. Блин, да сколько же его делали? Ну, именно эпизод этот. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. И вообще, нынешняя тенденция, или как это можно назвать, то есть разбивка на эпизоды и вся эта хрень, которая создается, то есть это все приручено каким-нибудь фильмом, то есть тоже, который разбивается на эпизоды, их как бы пускает раз в месяц. Это довольно-таки глупо, по той причине, что кому охота ждать по много времени то, что по сути интересно. Вот эта вот игра, она довольно-таки интересна, и в нее играть, ну или даже смотреть, приятно, интересно и даже увлекательно. Но ждать вот всю эту так называемую ахинею просто невыносимо. I'm sorry, Principal Wells. I'm still upset about Kate. I needed some air and space to walk. I'm sorry you had to go through that today. You tried to help, but God damn it, Blackwell is my responsibility. And I let her and Kate down. Конечно, ты напился, подвёл. Get some rest. It's been a shitty day. Good night, Max. Great. So how do I get past him to meet Chloe? Смотрите. К ней вернулась способность, то есть они забыли, что у неё её, по сути, уже не было. Она забыла опять. Max, stop wandering outside and get back to your dorm. Now he's got me totally trapped. Так, меня удивляет то, что она даже не замечает то, что у нее вернулись способности. Беги, беги, дура. I know, I have a set of keys on me somewhere. Max the ninja strikes again. Я больше удивлен, чем она. То есть нам снова дают промотать назад все это. То есть она не думает об этом? Нет? Почему к ней вернулись способности? Ладно, давайте просто забудем. Booyah! И пойдем дальше. О, блин, ты меня испугала. Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary and sensitive asshole. Chloe, I watched my friend jump off a roof today. I don't think you need to prank me tonight. You always trip out on me for not being there for you, but is this how you're there for me? I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. I suck. I'm not trying to be a bitch, but I'll never get the image out of my head of Kate jumping off that roof. All because my power didn't work. It didn't mean shit. Покинули? Я только что перемотал время назад. Не, ничего. Ладно. Забудем. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players and find out who really killed Kate. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Теория хаоса. Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh, right. Except for your ability to... Oh, yeah. Manipulate time and space? No biggie. Chloe,
I just feel weird about some of my decisions. I mean, I even got my own dumbass suspended. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Конечно. Of course. They're both sociopaths. More like psychopaths. At least David doesn't try to beat down women like Nathan. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... Наслаждается жизнью прекрасно. Death? Мертва, конечно. I'm sorry. I hate even saying that, Chloe. Not as much as I hate thinking it. Max, we have to find Rachel soon. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me, what's your secret? Drumroll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? You're suspended anyway, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Так, они что, в школу пошли, что ли? Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted. As you know, it's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I imagine you're pretty upset over Kate as well. I'm, like, still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about Katie. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't. The contest is still a go, and I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Да-да, они, наверное, там очень важными делами занимались. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat. This conversation is точно, я был прав, я был прав. Не говорю, не могу, точнее, не буду говорить, что, насчет чего я прав, но все-таки. Are you fucking kidding me? Блин, это долбанная, коротковолосая, типа, хочет просто выиграть какой-то конкурс. Идет на все. Shit is about to get real at Blackwell. Намного, очень намного. Ладно, я так серьезно намекаю, нам больше не нужно намекать, потому что они уже ушли, так что идем дальше. Chloe, the Keymaster. You know it. И куда мы идем? В кабинет директора? Dude, I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Step shit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, ну, right? Естественно. You have mad powers, Max. Ректор. Tell that to Kate. Come on,
One more door and our work here is done. Так. Я не вижу эти долбанные ошибки в переводе и вообще вот эти вот дурацкие символы вместо слов. Вместо текста. И, надеюсь, что такое не будет повторяться. Так, старенький монитор 4:3, который у меня до сих пор есть. Давным-давно, конечно, я его заменил, но когда только, вы знаете, появились 16:9 мониторы, поддерживающие 1080p, мне всегда нравился именно вот этот вот. Я, то есть, я играл вот чисто на этом, мне он нравился, мне он, я от него охреневал, и когда вышли эти, я думал, что изображение будет каким-то, знаете, не квадратным, а какой он и сейчас вот. Хотя даже нынешний монитор 1080p, который у меня, он уже устарелый, есть уже более крутые, с более охренительным разрешением. Какой там? 1440 вроде бы. Это даже выше 1080, да? Ну, понятное дело. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Да, прекрасно. Опять что-то там этот отчим этой пишет, вроде как их. Ничего интересного там не было. Блин, так что, она долго будет тупить-то или что мне надо делать? Only a total phony would wear a crappy hat like that. Такую кепку, она нормально. Ну ладно. Если я ее надену, Макс посчитает меня мудаком. Максимка. Давай, действуй. Че, ей помогать на или че? That's it. What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Ну вот первая жопа, ребят. Get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Ух well, ты. You could look for the key, just in case. Why, yes, I could. Это, конечно, круто. Nothing here. Проводами так отпирать. Ну, она, естественно, я уверен, что ничего не спорно, ключи искать. Boring. Crap. Вот смотреть. None for the principal's office. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey, Warren. You busy? Just bubble hearth. You'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the help. Ну да, все-таки они будут мутят. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm gonna go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Так, что нам надо делать?
Итак. Первое, нужно найти это, второе, на это. Он что-то нарисовал сам, что ли? Блин, это жесть, что мне надо делать-то? Куда мне идти? Что мне искать? Там на рисунках ни хрена непонятно. Let's see if I can find those items. Ну, давайте мусор посмотрим. Trash. Nerd alert. This poster has Warren written all over it. Так, значит, что там нам искать-то нужно? Блин, это Хлоя. Папа, Кейт, Хлоя. Где парень-то? Вот, Уоррен. Что нам нужно? Так. По этим рисункам я ни хрена не понял. А вот, сахар банку, слушай внимательно, 007, тебе нужно достичь 4 вещи, достаточно. Сахар банку, содовый скотч, хлорат натрия. Да, сахар, скотч, хлорат натрия. Идёшь, что ли, дверь будем взрывать? Так, ну сахар так точно в столовую найти, или если она есть вообще. Nothing here. Да, здесь пусто. First Rachel and now Kate. This is the end of the Vortex Club. Еще одна мусорка. Nothing here. Естественно, ничего. Gross. Так, я обращу внимание на то, что не зря то, что это игра, но телефон у нее не разрешается долго. Шкафчик Кейт. Your locker looks so lonely. Каким он еще должен быть? Come on. Nothing. This is so lame. Эй, они что еще предлагают мне кабинет химии, что ли, идти? Ненавижу поиски. Так, ладно, здесь кабинет химии. Здесь должен быть хлорат натрия. So, sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Учебник. So, sodium chloride is нет, a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid. Не говорите, что мы где-то его должны искать. Граффити. Давайте сфоткаем его, если это можно. I never said they were great, troll. Тролль, нет, все-таки их нельзя фоткать. Возможно, мы и так сфоткали. Сахар. Сахар тут есть. Блин. Sugar. Сахар в кабинете химии. Only three more items to go. Еще три предмета нужно найти. Долбанный хлорат натрия. Я и так в химии не в ладах, но еще и в этой игре приходится мне это делать. Все-таки химия у меня почти каждый день. Это очень меня бесит. Вот они, вещи. Ты не scientist, but this is so not sodium chlorate. Here's the sodium chlorate box. Ew, gross. At least switch to E6. Так, взять. You ну, естественно, сейчас что-то все упадет. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. А, то есть она поняла, что они вернулись, но они как бы действуют не... Много времени, то есть везде их нельзя использовать. Ты еще тут? Не взорвалась хоть? Макс, еще здесь пока не взорвалась. Мне сейчас нужно сосредоточиться. Позже напишу.
Да. Нет, стоп, давайте еще раз проверим, что там у нас надо сделать, что нужно найти. Я пока что сахар нашел, я нашел долбанный хлорат натрия. А потом еще, наверное, все это дело собирать. Точнее, смешивать. Банку содовой и скотч. Эй! Где будут скотч? А, скотч. Нормальный скотч, не бутылочку, ясно. Так, скотч. Где-то нужно найти скотч. Я вначале подумал, что скотч это, ну, вы поняли. Бутылочку скотча надо найти. Но все-таки нужно найти обычный скотч. Хотя... В такой игре возможно все. Так, эта дверь закрыта. Так, туда мы уже. Нет смысла никакого идти. Где нам найти скотч? Возможно, даже бутылочку скотча. Так, туалет. Туалет закрыт. Мы не можем зайти в туалет. Зачем? Зачем нам туалет вообще? А, нет, вот этот туалет. Нейтан got smacked down. Поимели. Поимели Нейтана. Физически или морально? А, вот, бутылочку мы здесь возьмем. Release the Kraken. It's all mine anyway. Почему у нас таких больше нет? One more ingredient left. Хотя... У нас даже таких... либо у нас было, у нас в России. I probably should find those items now. Либо... Их не было, то есть... Два варианта на самом деле, потому что в каких-то городах они были, типа в Москве или где-нибудь еще, но в обычных таких, знаете, старомодных еще, где царствуют где-то 70-е, даже 80-е, ну почти каждый город у нас в России сейчас современный относительно. Так что вот такое вот, ну я имею в виду эти вот автоматы все-таки стояли. Даже я такие времена застал, когда они у нас стояли. Дверь. Что это за дверь? Которая на химию? Gross. Меня химия. I hate that formalin smell. Да кто любит? Вообще, когда я в кабинет химии захожу, все. Я в обморок падаю из-за того, что там воняет всякими химикатами. Так, ладно. Наверное, здесь есть скотч. Блин, я не понял, мне скотч надо искать или бутылку? Давайте посмотрим. Нет, все-таки скотч. Но где же мне его найти? Где же мне найти этот дурацкий скотч? Где он может быть? I thought we used some tape in Jefferson's class last week. Джефферсона? Там же дверь закрыта, кажется. В эту дверь не войти. Давайте посмотрим, может тут есть дверь. Да, вот в эту можно зайти. This is like a scene in a horror film. Ну, в какой-то мере так и есть. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Daniel's a better illustrator than photographer, said Max, the art critic. Да. Так, где же этот долбанный скотч? I feel gross even looking at Nathan's work, but he does have some style. Ну где же?